Старт проката фильма «Матильда» в Уфе эксперты называют провальным. Зрительский интерес оказался ниже ожиданий. Так, в кинотеатре «Искра Аймак» в столице республики первый сеанс посмотрели лишь 15 человек. А в остальных кинотеатрах на вечерние сеансы забронированы пока лишь около 2% мест. Отмечу, что фильм стал скандальным еще до премьеры по всей стране. В Уфе активисты намерены пикетировать все кинотеатры, где показывают ленту. Насколько нам известно, 6 кинотеатров нашего города будут демонстрировать этот пасквиль, этот кощунственный фильм «Матильда», который, насколько тоже есть информация в интернете, более чем в 10 губерниях запрещен к показу. Мы тоже хотели бы, конечно, чтобы в нашей республике этот фильм не демонстрировался, чтобы фильм отозвали прокатное удостоверение. Ну, вот сейчас мы получаем фотографии с места событий. Отмечу, на данный момент информации о каких-либо происшествиях из кинотеатров не поступало и каких-то дополнительных мер безопасности не применяется. Фильм «Матильда» получил широкую известность задолго до премьеры. Активисты заявляли о том, что он якобы оскорбляет чувства верующих, представляя последнего российского императора в неприглядном свете. Напомню, 31 августа в Санкт-Петербурге нападению подверглась студия режиссера Алексея Учителя. Двое неизвестных бросили в окна бутылки с зажигательным смесью, а 4 сентября в Екатеринбурге мужчина поджег кинотеатр «Космос».